Сейчас мы поднимаемся на самую вершину Софиевского собора. Вот такие вот ступенечки узенькие. Да. Это, конечно, историческое место. Пушкин. Насчет Пушкина не знаю. Да, надо будет пересчитать. Да. Здесь уже, конечно, ремонт небольшой бы не помешал. Не спеши медленно. Ну, не спешу. Вот здесь уже какие-то другие, более современные ступеньки. Ой, там зато не так жарко будет. Ого. Такая вот площадочка, колокольня. Вот они, колокола. Бит и вот звонит заборонено. Посмотрим, какой здесь вид. Вон там экскурсия. Вот они, купола собора. Каштаны. Вот звенится памятка архитектуры 18-го столетия. Вот можно все почитать, всю информацию. Спочатку дзвіниця була триярусною, увінчаною невеликою баною з високим шпилем. Значно перебудовувалась такі-такі роки за проєктом архітектора Йогана Готфріда Шедера. А потім за проєктом епархіального архітектора Павла Спаро відбудовано 4-й ярус. Висота дзвіниці 76 метрів. Софійська дзвіниця була збудована з 1699 по 1706 роки коштом гетьмана Івана Мазепи. Вона слугувала парадним в'їздом на територію колишнього Софійського монастиря і була першою кам'яною спорудою на його подвір'ї. Архітектор невідомий. От так вона виглядала. 1840 роки. Посмотрим, який вид. Такие маленькие колокола. О, здесь вообще замечательно. Поднимались в новогодний вечер пару лет назад здесь, когда уже темно было. Вид тоже был классный. Вот здесь елка стояла и светились аж вплоть до Михайловского собора. Светились полностью все точки с Линдвейном, с фастфудами. А сегодня 18 июля 2020 года, воскресенье. Ну что ж, пройдемся еще повыше или уже выше нельзя? Выше еще можно? Можно, да? Ну идем. Так, вот такие вот ступенечки, и вот это все сейчас надо будет пройти наверх. Хватит ли сил? Ну, должно хватить. Хотя уже усталость чувствуется. Вовсю. Пошли. Продолжение огляду. Фух. Желающих, я скажу, подняться сюда очень мало. Проще говоря, никого. Вот. Вся площадка пустая. Все экскурсии, вон они вроде где. Внизу. Они сюда даже нос не нарисовывают. Пенсионеры навряд ли сюда поднимутся.
только мы с супругой отважились на это. Ну что там, далеко еще? Что, Петр, не видать еще? Фу. Ага, здесь еще одна обзорка. И еще выше можно будет. Хорошо. А, здесь уже какие оконные проемы зарешетчатые. Угу. Здесь уже балконов таких террас нету. Вот такой вид. Конечно, эти новостройки, они все портят. Какой был бы вид на Майдан, на Хрещатик. И они все заслоняют. Это как в горах вот эти новые санатории понастраивали. Точно так же. О, левый берег даже виден. Пойдем еще выше. Ну вот мы продолжаем идти. Уже третий ярус пошел. Или как он там называется. Пошли дальше. Ну что, он последний наверняка уже будет. Так. Фух. Да, тут уже задышка идет. А как же курящим людям? Если тут полностью здоровый уже, изнемогаешь. Ну все. Выше ступенек нет. Ну вот. Ага, вот какое вот. Это уже техническое. На чердак. Это уже на чердак. Ну туда мы уже точно не пойдем. Вот это вот самое... Верхняя точка. Вот она, обзорка Киева. Сейчас посмотрим вид изо всех, из всех окон. А вот как выглядит низ. Вот это все мы поднимались. Понятно, Васи, Наси, Ксюши, Валеры и все остальное. Не могли они здесь не отметиться. Васи, Пети. Вот он, Киев. Во всей красе. Хоть и через решетку. Замками. Вон Майдан. Вот это и есть самый центр Киева. Ох, сколько здесь надписей. Ё-моё. Израиль, Украина, Польша. Кто угодно. Литва. Ну все, пойдем вниз. Я думаю, будет быстрее. Вот так выглядит Софийский собор.